Администрации Братска не удалось вернуть санаторий. Местной власти было отказано в иске, который она предъявила обществу с ограниченной ответственностью санаторий «Солнечный». Об этом телекомпании «Город» сообщили в арбитражном суде Иркутской области. Напомним, в начале года администрация Братска направила ходатайство в арбитражный суд с требованием признать договор о передаче муниципального имущества от 2009 года недействительным. По мнению чиновников, договор предыдущей администрации Братска был оформлен с нарушениями, в частности, противоречил ряду федеральных законов. По нему помещения в Северном Артеке передавались в безвозмездное пользование вплоть до 2025 года. 28 февраля администрации Братска было отказано в иске. Почему, пока неизвестно. Мотивировка решения арбитражного суда, как заявил его представитель в телефонном разговоре, появится на следующей неделе. Добавим также, что по мнению некоторых экспертов, из-за того, что муниципальная собственность была передана в безвозмездное пользование, а не в аренду, городской бюджет ежегодно недополучает порядка 40 миллионов рублей. Многие видят в ситуации вокруг Солнечного не столько финансовую составляющую, сколько политический подтекст. Директором и главным врачом санатория «Солнечный» является депутат Законодательного собрания Иркутской области, член партии «Единая Россия» Сергей Гришин.